В Омской области за сутки сразу двое молодых людей стали виновниками ДТП. Причем оба были пьяными, не имели прав и ехали на чужих машинах. Так, в Москаленском районе 19-летний сельчанин помогал по хозяйству в одной усадьбе. Вечером он тайком от хозяина взял ключи от Volkswagen Passat и поехал кататься. По дороге угонщик посадил автомобиль четырех знакомых. На обводной дороге молодой человек вылетел в кювет. В результате травмы получил сам водитель и две его 15-летние пассажирки. Машина оказалась сильно повреждена. И, как пишут пользователи соцсетей, незадолго до катастрофы хозяин выставил Passat на продажу. Возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит штраф до 120 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы. А в Таврическом районе 17-летний подросток, будучи пьяным, попросил у знакомого покататься на «Ладе» 99-й модели. На одной из улиц райцентра он пошел на обгон, когда другой автомобиль «Хонда» уже начал поворачивать налево. В результате 7-летняя пассажирка иномарки получила травмы. Как установили полицейские, виновник ДТП уже 2 раза привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и без права управления. Также с марта этого года он состоит на учете в УВД за кражи группой лиц по предварительному сговору. Сейчас за пьяную езду без прав ему грозит до 2 лет лишения свободы.